Всім привіт! У мене це одна посилка з Китаю, плюс я вам покажу ще кое-что, що прийшло моєму мужу. Посилка з Китаю, як я розумію, це теж у мене сіли канцелярія з Китаю. І це що таке? А, какой-то прикольний цыпленок. Це типа блокнотик. О, какой классный, какие-то тут прикольные надписи про любовь. Вот такой вот это блокнотик с клейкими или не клейкими листочками. Давайте, кстати, посмотрим, клейки они или не клейки. Куча всяких няшечек канцелярских заказывала из Китая. И что-то они так медленно все идут. Да, вот здесь вот липкий край. И здесь, как я понимаю, тоже края липкие. И здесь тоже они липкие. Сколько много цыпляток. Вот, пока больше всего понравилась ручка с крокодильчиками, которую дети уже исписали и сказали, что еще такую надо бы. И вот такие штучки тоже прикольные. Стикеры можно лепить где угодно. А в ежедневник замечательно подойдут. Я обожаю всякие ежедневники. Ну, не ежедневники, я обычно всякие просто тетрадки люблю, чтобы туда вот это вот прикрепить себе напоминалочку какую-то, будет здорово. Дети, конечно, у меня еще, ну, во-первых, у меня мальчики, а не девочки. Больше все-таки этими делами любят заниматься девочки. Ну, и они еще маленькие, поэтому и тут розовые такие цвета, наверное, мне не очень в кайф будет это лепить, если куда-то. А я себе в ежедневник, наверное, могу куда-нибудь что-нибудь такое забабахать. Или еще куда-нибудь. И покажу, что заказывал у меня тут муж. Вот такие вот провода. Где второй? Пусть я еще второй провод принесла показать. Это типа провода к зарядке, и они, не знаю, как называется, светодиодные ленты в них или что-то такое. Вот тут видите, сердечко, рожица. И когда заряжаешь, то они очень классно переливаются. Я вам в конце видео это обязательно покажу, как это происходит. Три провода у него было, короче, вот этот он мне дал, этот у него еще лежит. И они очень классно горят, когда начинаешь их заряжать телефон или что-то еще с ним делать. И еще он заказывал такие вот какие-то стикеры. Я когда заказывала какие-нибудь нашивки, мне не приходят, а ему вот такие вот наклейки прикольные пришли. Смотрите, тут вообще много, куча всяких наклеек. Парочку или тройку наклеек он уже использовал. А остальные наклейки все остались. Но они такие, конечно, наклейки не для детей, а наклейки такие для взрослых. По его словам, их можно приклеивать на различные ноутбуки, телефоны, планшеты, даже на автомобиль можно их приклеить. И нормально, типа, они должны держаться. В общем, точно еще неизвестно, как они держатся на самом деле, эти китайские наклейки на автомобиле. Но он попробовал, приклеил, и с ней, по-моему, с одной наклейкой сейчас ездит. Ну, где-то там, в незаметном, ну, не в незаметном месте, а просто, не знаю, где-то сзади наклеил, по-моему, и ездит, тестирует, так сказать, как она у него будет держаться. А так вот я тоже одну себе забрала, на телефон хотела приклеить, но я весь чехол китайский, который был пластмассовый, он просто весь поломался, и вот я хотела заклеить, но что-то, о, кстати, тоже неплохая такая наклеечка, нормальная, ничего такая особо не изображающая, вот, и не наклеила, потому что что-то посмотрела, как-то все это будет некрасиво смотреться. А тут вот такие вот все тетки всякие, треугольники, кружочки, черно-белые, разные наклейки. Вот я вам все показала. Не знаю, сколько тут даже штук было. Наверное, 50, может быть, штук, 50. Много, в общем, обратно все сложу аккуратненько. Скажу, что я ничего не брала, ничего не трогала, сам так сложила. Все, пойду сейчас вам показывать, как проводочки горят. Пойдемте со мной. Вот, ребят, я подключила этот шнур к розетке. Смотрите, как он сразу загорелся. С одной стороны у провода вот такой человечек, с другой вот такое вот сердечко. Он постоянно меняет цвета, которые здесь загораются. Смотрите, сейчас это сиреневый цвет, а зеленый. Сейчас еще будет изменен на какой-либо другой. И когда вы включаете его в розетку в темноте, то этот провод может вам заменить ночной светильник. То есть вот эти светодиоды дают какой-то минимальный, небольшой
свет, и его достаточно для того, чтобы что-то различать даже в темноте. Конечно, когда вы производите зарядку с помощью этого шнура, то сам телефон заряжается медленнее по той причине, что какое-то количество энергии у вас берет вот этот вот сам шнур зарядки. Но мне он нравится вообще так прикольно, как-то необычно, интересно, как всегда китайцы что-то клевое придумали. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Всем пока-пока. До новых встреч. Ваша любовь.